И всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик с алмазным буром, полностью готов в шахту, у меня только продвинутый аккумуляторный ранец не до конца заряжен, потому что мне не хватает энергии все это зарядить. Вот у нас накопитель, сверху солнечные электростанции, ну и немножко еды у меня осталось, вот что единственное. Давайте поставим руду в ящик, гаечный ключ туда же. Ну и пошли в шахту, у нас есть капсулы для лавы, которые мы должны набрать. Ну и, естественно, собрать все ресурсы, алмазы, обсидиан. Посмотрим, что у нас из этого получится. Сколько мы сможем полезных ресурсов сегодня собрать. Смотрите, как хорошо копает наш великий, могучий алмазный бур. Мы тонны меди накопаем сегодня, я чувствую. Так, ну давайте, пойдем поглубже в шахту. Все-таки, что мы тут на маленькой глубине тут копаем? Ой, там этот... Данж, я не хочу. Я там уже был, я нашел там немножко иридия в сундуке. Единственный плюс этого данжа. А так вообще ничего интересного там не было. Отличный алмазный бур. Единственное, заряда у нас немного. Поэтому на вечность нам его не хватит. Ну, хотя бы на сколько-нибудь... Угля, ну уголь у нас есть, в принципе. Ну, из угля, кстати, можно делать алмазы в этом моде. Ну, правда, понадобится очень много угля, чтобы сделать один алмаз. Добываем железо, и оно уже на исходе у нас, поэтому его нужно побольше добыть, постараться. Еще нам нужно олово, которого у нас тоже не густо. И самое главное, нам нужны капсулы с лавой для энергии. Жалко, я не зачаровал свой алмазный бур, потому что, ну, как бы не было ресурсов для зачарования. Нет у меня алмазов уже больше. Смотрите, что я нашел. Уран. Уран — это хорошо, скоро мы начнем развивать атомную энергетику. И тогда этот уран нас будет очень выручать, так же как и вот этот свинец. Так, ну ладно, пойдемте тупо в шахту вниз. Это что у нас тут? Это либо я построил, либо нет. Либо это данж. Сожрем печеньки. Я забыл, что буром можно ставить эти... О, олово. Олово хорошо, потому что оно у нас заканчивается. Вижу лаву. Нам нужно гораздо больше лавы, чем я ее вижу. Сколько штук меди? Так, лава. Быстро ее в капсулу. Ну и пошли ниже. Меди много. Ну, много так много, что поделать. А что он тут погас? А, лаву же я убрал. О-о, как бы туда не свалиться. Не хватало еще сдохнуть. Кстати, нам не помешает пойти в ад, чтобы добыть немного светопыли. О, обсидиан я вижу. Отлично. Обсидиан нам нужен. И весь редстоун мы, кстати, потратили на зарядку нашего алмазного бура. Блин, мне неспокойно, когда вот здесь вот эта открытая хрень. Все. Как шумят там труны. Ну давайте расчистим здесь, чтобы собрать всю лаву. Ну почти всю. Сколько сможем, только соберем. Господи, чуть не упали. Смотрите, сколько здесь лавы. Вообще это офигенно. Это много энергии для нашего геотермального генератора. Мы ее будем собирать. Всю, что у нас. Все, что сколько... Сколько природа даст, столько и соберем. Главное, конечно, туда не свалиться, иначе будет плохо.
Какой же ее тут неисчерпаемые источники лавы практически. Все, у нас есть 48 капсул, это хорошо. Но единственное, я побаиваюсь добывать обсидиан. Потому что, видите, лава прямо под ним. Я думаю, он туда упадет к ним. Видите, вот почему я побоялся. Ну ладно, пойдем. А, то я вижу тут источник воды. Топи лаву, детка. Сейчас мы будем немножко управлять им. Давай, давай, топи всю лаву. Гаси, гаси ее, да, молодец какой. Давай быстрее. Отлично. Теперь затыкаем воду. И попробуем добыть обсидианчик. Отлично. Даже с использованием супербура он добывается довольно медленно. Так, мне здесь очень некомфортно. Сейчас здесь тоже будет мало. Я и говорил. Как пить дать? А вот здесь тоже лава, наверное. Как много энергии он, наверное, это тратит. Кстати, кто по... А, 9. Кто помнит, сколько нужно обсидиана для портала ват? По-моему, 9 штук, если я не ошибаюсь. Но я могу легко ошибаться. Эх, сколько же лавы. Почему эта лава на поверхности? Нет, иначе мой геотермальный генератор миллиарды энергии бы вырабатывал. Мне еще нужен обсидиан для производства других алмазов, поэтому его нужно добыть как можно больше. Кстати, его можно делать из капсул с лавой и водой. Обсидианчик, обсидианчик. 13 штук я пока накопал. Давайте 20-ник сделаем. И на первое время хватит. Обсидиан в Industrial Craft довольно ценный ресурс, между прочим. Так, здесь нужно закрыть. Блин, лаву закрываю. Это же хороший источник энергии. Жалко, у меня капсул уже нет. Ну что есть, то есть. Обсидианчик, иди ко мне. Как медленно он добывается. Но быстрее алмазного бура, только иридиевый бур, наверное, работает. У него еще зачарование на удачу. 3, между прочим. Окей, ладно, все. Покопали, добыли. Пошли дальше. Остальное я не буду добывать.
Олово. О, блин, я по привычке думаю, что нужно. Ну, вы поняли, факела рукой ставлю, а не буром. Сколько у нас заряд? Ну, кстати, нормально, заряд не так быстро уходит, как я думал. Лазуриты, они нам очень нужны. Из лазуритов, кстати, делается очень много полезных вещей в Industrial Craft. Поэтому лазуриты лучше добывать. Единственная проблема, что в данном случае эти лазуриты, видите, у лавы находятся. Ты не сюда. О, вот здесь тоже железо полностью под лавой. О. Ах, зомбаки. Золото тоже очень нужно для золотых проводов, для крафта. Очень ценный ресурс. Ну и главное, редстоун — это энергия. Учитывая, что я весь редстоун свой просрал на... Ну, не просрал, конечно, но потратил на то, чтобы зарядить вот этот наш великий могучий ранец. Ну, бур. Медь, она не особо нужна, так что не будем заморачиваться. Железо нужно вам. Данжи, данжи, данжи. Мне кажется, что там, где данжи, там почти нет алмазов. Ладно, пойдем ниже копать. А, вот бедрок уже. В принципе, можно на этом уровне начинать промышленную добычу. Вот когда не нужна тебе лава, вот ее вообще как грязи. С каждой щели лезет. А когда вот я искал лаву, был такой момент, что у меня вот в генераторе закончилась лава, я ее искал уже полчаса, еле как нашел. О, редстоун. Не думал, что я когда-нибудь буду так рад найти редстоун. Смотри, как быстро землю копает. Это что, земля? Угу. Ну, теперь бы нам еще алмазики найти. Блин, но нашли на свою голову лаву, конечно же. Хорошо, что еще туда не упали. Надо бы сейчас... О! Все видели? Все видели, что мы нашли. 4 алмаза. Вот бы сейчас зачарование на удачу бы. Но, к сожалению, нет у нас такого зачарования. Пошли дальше искать алмазы. 4 алмаза — это хорошо. Можно сделать зачарование, во-первых. Во-вторых, энергетические кристаллы. Для более мощных хранителей энергии. Редстоуны. Еда нужна. В принципе, хороший поход в шахту, я думаю. Скоро будет еще больше ресурсов. Учитывая, что наш ранец нифига даже не разрядился. Там вообще мало энергии потребляет. Я, честно, думал, гораздо больше будет потреблять, что я прям, не знаю, не найду себе места. Смотрите, как быстренько. У-ху-ху. Я здесь был. Ну, лава, да, вот он, вечный источник энергии. Самый предательский. Когда не надо, вот его полно под каждым шагом твоим, а когда надо, хрен найдешь. Печеньки хочу поставить. Ох, алмазы, я вижу. Видите, алмазики. Сколько же мы алмазиков добудем сегодня? Кто сможет догадаться? Я сам не знаю, правда, но... Ох, лава, лава. Лавочка. Не жги меня, родная. Золото.
Редстоуник. Же он быстро копает, смотрите, вообще красота. Так, ну заткнись ты, вода. О, уран. Уран — это очень хорошо, потому что следующий источник энергии у нас будет именно урановый, то есть атомная электростанция. Всякие термальные центрифуги надо еще сделать, чтобы этот уран использовать более выгодно. Вообще дофига чего надо сделать. Скотина! Вот надо же, блин, именно перед лавой мне появиться и начать меня тут дубасить. Чтобы он еще меня туда скинул. Уголь, уголь, уголь. Уголь — это алмазы практически. Стак угля, один алмаз. Можно из этого расчет. Ну, еще обсидиан нужен, конечно. Ну, в любом случае, если у нас будет зачарование на удачу, то угля у нас будет как грязи. Эх, ладно, упали они в лаву. Угольки пошли дальше. Искать счастье. В шахтах. Что-то маловато улова. Хотя, по идее, в Industrial Craft олова должно быть больше всего. Изумруды, да, они нафиг не нужны пока. Потому что деревню жителей я еще не нашел. А вот алмазики бы мне пригодились. Хорошая вещь, да, Бур? Насколько он даже ниже 300, вообще, короче, надолго хватит мне этого ранца. Хорошо, что я редстоун потратил на его зарядку. Потому что уже я редстоуна накопал примерно столько же, сколько потратил. Железо. Ну, железо так железо. Хватит. Кстати, почему у меня не работает текстурпак? А вот почему, потому что я его не включил. Я-то думаю, что так уныло все. О, гораздо красивее. И редстоун стал родным. Смотрите, каким красивым. Уголь. Надо быть осторожным, как бы на лаву не напороться. Говорят, еще в этом моде можно копать шахтерским лазером. Но я никогда им не копал, поэтому не знаю, что это такое. Но в будущем я обязательно ему скрафчу. Сколько же камней я тут перекопал уже. Просто офигеть. Где алмазы мои заслуженные? Благо, очень быстро копает алмазный бур. Очень быстро прям. 7 алмазов у меня уже, ну офигеть. Если будет 16, я смогу МФС сделать. Это супер энергохранитель. Ну еще чувствую, что лавовая электростанция у меня будет бесконечная, потому что я буду набирать уже лаву в этом. В аду. Точнее, не лавовая электростанция, а геотермальная. Будет правильно. Уголек. Наконец-то олово. Как оно редко встречается вообще. Ну и, наверное, из-за высоты просто. Еще один плюс редстоуна, он дает опыт хороший. Олова нам нужно очень много в крафтах. Так же много почти, как и меди. Но оно встречается что-то реже. На моей высоте. А вот опять олова. Сказал реже и сразу. Давайте скажем. Ох, как редко встречаются алмазы на моей высоте. Ха-ха, работает.
Как вы только вы скажете, редко встречается что-то, это начинает сразу здесь появляться. Ох, так мало алмазов вообще. Тут один гравий. Где еще алмазы? Че так мало? Если вы нашли где-то алмазы, покопайте все равно вокруг. Есть шанс, что они там попадутся. Ох, давайте еще раз попробуем. Ох, как редко встречаются алмазы. Я не знаю, куда девать. Блин, железо. Пока алмазы не встретились, ладно. Алмазы большая редкость все-таки. 9 алмазов у меня пока. Инвентарь почти забит. На какой я высоте вообще? На 5-й. Это мало. Потому что здесь много лавы. Надо подняться на пару блоков ввысь. Олово наконец-то. А! Вот почему это мало. Понятно всем? Здесь... О, ураник. Ураник — это хорошо. Уран — это топливо. А топливо — это энергия. А энергия — это жизнь. Ну, чё так мало алмазов встречается на моей высоте? Что-то не работает уже. Так, давайте мусор выкинем в лаву. Железные дороги мне не нужны нафиг. Гравий тоже нафиг. Лыжники. Ой, чуть улова не выкинул. Правда, конечно, можно было бы утилизатор материи, ой, утилизатор просто сделать из них, получать что-нибудь ценное. Ну, как-нибудь потом. До этого еще далеко пока. Сколько же лавы. А когда надо, ее вообще нифига. Закон подлости. А где алмазы? Наши любимые. Пещерка. Пещерка — это хорошо. Так, сколько энергии? 270. Ну, потихонечку расходуется, честно говоря. Зомбаки какие. О, вылетел Майнкрафт. Ладно, ребят, вот это рецепт смотрел на сайте. Спасибо вам всем за просмотр. Ну и с вами был Трубоёжик. Ждите следующих серий. Выживание в Industrial Craft.